Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в одну интересную игру, которая называется LFU. Так, ну что ж, новая игра. Первая ячейка и первая миссия. Ну, даже это не миссия, а предисловие. Нажмите для запуска и также приостановки круга. То есть мы нажимаем на круг, и у нас происходят некие события. Ну что же, как мы видим, у нас куда-то спешит курочка. Интересно, куда? А Like Studio представляет. А спешит она вот сюда, ребята, да-да. Как ты видишь, птенцы в клетке. Естественно, курочка их спасает. И они сбегают. Ну, видимо, это какая-то ферма или фабрика, что-то одно из двух. I love you. Это игра логическая, ребята, где надо будет думать. Ну вот, как ты видишь, курочка сажает птенцов в поезд. Но поезд, оказывается, быстрее поехал, чем она успела туда запрыгнуть. И, как говорится, птенцы уехали без своей мамы. Ну что ж, друзья мои, давайте приступать к игре. Как ты видишь, у нас с тобой два окна. Я нажимаю, например, на первое. И начинается у нас действие. Курочка идет. Доходит до второго, мы с тобой нажимаем на второй, и действие у нас продолжается. И тут мы находим нашего первого птенца. Да-да-да. Трогательная встреча. Ну и птенчик, конечно же, идет за мамой. Так скажем, это пока обучение. Так, вот здесь уже будет немножко посложнее, ребята. Я немножко поиграл, конечно же, в эту игру, поэтому как бы для меня здесь все не в новость. Но я вот не знаю, показывать ли вам все ошибки или проходить идеально. Ошибки здесь, конечно, очень прикольно выглядят. Ну, например, смотри, если я запускаю курицу, да, ты видишь, что посредине у нас стоит взрывчатка. То есть, если я сейчас нажму, курочка просто взорвется. Она не успеет подойти. Поэтому делаем с тобой так. Запускаем курицу. Теперь. Ой, нет. Зачем? Ребята, это я уже сам сглупил. На самом деле надо было сделать не так. Надо было запустить. Если не получается пройти уровень, попробуй заглянуть в книгу подсказок. Нет, спасибо большое, я не хочу заглядывать ни в какую книгу подсказок. Надо было сделать просто вот так. Нажимаем на среднее окно, естественно, у нас взрывается с тобой динамит. А уже после этого мы запускаем курицу. Вот так вот надо было сделать. Ну, ребята, извините, поспешил, просто забыл. Ну и как ты понимаешь, сейчас, естественно, курочка опять спасет своего птенца. Опять трогательная встреча, и мы двигаемся дальше. Здесь очень-очень много уровней. Я дошел, по-моему, только лишь до 7-го этапа. И потом подумал, а почему бы мне про эту игру не снять видосик. Надеюсь, он вам понравится. Вы пишите об этом в комментариях. Ну что, четвертая миссия. Давай смотреть, что у нас здесь. Угу. Так, ребят, если я не ошибаюсь, я вначале покажу, как не надо делать. Курица идет, развязывает узелок. И в этом окне ее придавит воротами. Надо делать чуть-чуть по-другому. Вначале мы развязываем узелок. После этого... Стоп. После этого, если я нажму, у нас... Я, видимо, что-то неправильно сделал, да? Опять же, ее сейчас придавит. Все, я вспомнил. Развязываем узел. Останавливаем. Здесь падает, здесь продолжаем. Вот так надо было делать. Теперь она спокойненько проходит, как ты понимаешь, да, и опять же спасает своего маленького птенца, который ее ожидает в третьем кружочке. Я так понимаю, кружочков будет с каждым уровнем все больше, 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 и надо будет все время что-то нового придумывать. Пока мы с тобой играем на изи. Ну что же, пятая миссия. Так, ну здесь я знаю, ребят, здесь я был. Здесь неправильно будет следующее. Если я пойду через вот это дерево, в котором там, видишь, трещина какая-то,
Эту курочку просто сейчас схватят. То есть ты понимаешь, да? Значит, смотри. Написано, проведи, чтобы поменять два круга местами. То есть мы можем с тобой сделать вот так. Понимаешь? Просто поменяли, и курица спокойненько проходит к птенчику без каких-либо, ребят, проблем. Вот это вот, конечно, классно придумано, что можно вот так вот менять. Ну что же, мы спасаем с тобой еще одного птенца, и это классно. Так, и вот, по-моему, последняя миссия, докуда я дошел, это, если не ошибаюсь, болото. Дальше я уже не знаю, что будет. В общем, как ты можешь понять, да, если я здесь пойду, то, конечно же, жаба съест эту курицу. Это неправильно. Давайте подумаем, как правильно. Если мы поменяем здесь. Ну да, смотри, у нас получается. Мы идем сюда. Заходим. Здесь мы меняем местами и спокойненько проходим, ребята. Плюс мы получаем с тобой какие-то... А, это фотографии. Семейные фотографии, назовем их так. Ну что же, радостная встреча курочки. И они идут с птенчиком на свободу. Так, ну что, дальше, ребят, не знаю. Так что будем вместе с вами уже думать. Тут я не был. Но здесь 100% есть какая-то ловушка. Как мы видим, зима. Оу, на снежном комочке. Смотри, пока ничего не происходит. Хм, интересно. А что здесь не так? Ну, например, она едет здесь. Если мы тут поменяем. А, все, я понял. Понял, ребята, я неправильно сделал немножко. Надо было вот это вот поставить сюда, а вот этот... Подожди, а почему я не могу вот этот-то поменять? Первый. Хм. Короче, она должна вот отсюда. Сейчас можно менять? Нет. Ну, допустим, да? Менять можно только здесь почему-то. Секунду, я немножко не пойму. А, комок должен быть больше. Все, 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 вот, ребята. Там она накатала, да? Сейчас здесь. Да стоп, подожди. Как же так-то? Короче, встает на комочек. Так, так. Здесь накатывает. Останавливаем. Ну. Допустим. Меняем местами. Накатывает еще больше, да? И вот теперь должно же хватить. Нет. Вот это, друзья мои, да. Вот это я попал. А что же здесь тогда нужно сделать-то? Ведь никакой разницы, по идее, нету. Может быть, надо было все-таки... Наверное, надо было, ребята, два раза накатывать. Вот так вот. Да? Как думаешь, этого хватит? Вот такого комка. Я думаю, вполне хватит. Да. Вот что надо было. Несколько раз перекрутить, оказывается, чтобы у нас вырос огромный комок. Что-то я сразу не допетрил. Ну что, восьмая миссия. Давай посмотрим, что у нас тут за картинка. А вот, ребята, и семейная фотография. То есть птенцы наши где-то в каком-то... В какой-то лужице, короче, барахтаются. Ну и курочка-мама смотрит и немножко в недоумении. А этот самый верхний, аж такой радостный, с листочка прыганул. Сиганул в воду. Так, ну что же, у нас с тобой восьмая миссия. И что же нас поджидает здесь? Оу. Мы садимся в вагонетку. Не вариант. Давай дальше думать.
Так, а что тут? Подожди, поменять нельзя. Так, проведи, чтобы перевернуть круг. А-а-а, вот еще тут какие будут приколы. Ё-моё, ребят, смотрите, я могу просто перевернуть круг. Ну-ка. И... отлично, отлично. Мы встречаем еще одного птенчика и идем дальше. Так, с каждым разом все больше и больше и больше всяких тут наворотов становится. Теперь мы можем круги еще переворачивать, не только менять местами. И девятая миссия. Что тут? Тут тоже меняем. А в чем прикол? Ну-ка, давай посмотрим. Было, по-моему, вот так, да, у нас? Угу. И курочка пошла обратно. Хорошо, давай я переверну. Я, правда, не знаю, что от этого поменяется. А ведь ничего не меняется, ребят. Абсолютно ничего не меняется. Я круги поменять не могу. Интересно. Она доходит. Она доходит до сюда. А-а-а! Все. Она доходит, мы переворачиваем с тобой этот круг, и она сталкивается и идет обратно, то есть к птенчику твою налево. Вот еще прикол. Что-то я даже сразу действительно не мог допетрить. Хотя, очевидно. Так, ну что же, 10 уровень. Что у нас здесь? Выглядит все очень как-то легко, да? Не нравится мне внизу, там паук какой-то шоркается, ты видишь? Так, ну здесь мы идем. А! Блин. Там паучара какой-то. Мне он совсем не нравится. Ох ты, смотри, что... Вот это паук. Я теперь понял, почему он туда спрятался. Ну что, здесь мы с тобой... Погоди. Вот так вот если мы поменяем. Ага. Сейчас она пойдет обратно, курица, и мы с тобой поменяем эти круги еще разок. Стоп. Вот так вот. Ну, тут полегче. Все. Курочка встречает. Все радостные. Все целы, живы. А мы с тобой продолжаем. 11-я миссия. Тут какая-то лава у нас будет. А некоторые круги нельзя приостановить. Вот даже как. То есть вот этот круг центральный, ребят, я не могу ничего сделать. Я вот на него кликаю, он даже не останавливается. О, это нужно так подгадать, чтобы курица... Вот. Это чистое везение, ребята. Что она вот так вот успела пройти. Фух, вот так. Значит, есть круги, которые нельзя даже остановить. Надо будет это запомнить. Так, ну что, 12-я миссия. Не волнуйтесь, миссий здесь, друзья мои, если честно, тут ну просто предостаточно. Так что быстро эту игру не пройти. Очень-очень много миссий. Я даже не знаю, ребят, что там у нас будет ближе к концу. Но в данный момент и так сложновато. Ну что, 12-я миссия у нас. Опа. Здоровски, ну-ка. Зашибись. Как же быть-то тогда? Ну, она падает. Ну-ка, если я успею. Нет, я ничего не успеваю сделать. Подожди ты, курица. И я не могу здесь даже поменять местами их. Птенец стоит один. Тут спасательный круг. Может быть, как-то надо успеть, пока
вообще нет никаких мыслей, представляешь? Она идет, она... Ага. Акула. Вот оно что. То есть это нужно было успеть сделать, чтобы акула сожрала рыбу, но не сожрала нас. Обалдеть. А это что такое? А, смотри-ка. Девочка какая-то решила нарисовать птенчиков, и в принципе у нее это получилось. Это мама вдалеке. То есть это так, картинка из семейного архива была. Тут у нас с тобой ночь, маяк, все дела. Ну что, давай посмотрим. Мы можем менять вот эти вот. А, так мы тут еще с тобой плывем на каком-то. Ну если поменяю. Ох, ё! Ты серьезно? Ну давай, я не знаю, что из этого получится. А если, например, не буду менять, а вот просто мы будем с собой плыть. А, щупальца сейчас появится, ведь так? Меняем. Ага. Она один раз была или несколько раз будет? Ага, один раз она была. Все, я понял, ребят. То есть просто надо было успеть вовремя сбежать. Щупальца промахнулась, и мы с тобой, как ты видишь, дальше проплываем. Великолепненько. Отлично. Ну что ж, двигаемся дальше. У нас с тобой какая-то миссия-то. 14-я. Тут уже какой-то... Ох. Ох, ёх, макарёк, ты посмотри, сколько здесь кругов. Угу. Птенец у нас внизу. А почему вот этот чувак какой-то там в дереве, я не знаю, в листве смотрит? Что ему надо? Давай проверим. Вот мы идем. Продолжаем идти. Хватает он. Он хватает мою курицу, ты понимаешь? Что мы можем сделать с этим? Нет, нет, нет. Подожди-ка. Что можно сделать, ребята? Вообще ничего не могу сделать. Странно. Эти круги поменять. Подожди. Может быть, что-то здесь произойти должно? Нет, здесь ничего не происходит. Тут тоже тишина. А здесь? Хм. А если я нажму на него? Что-то он выжидает. Очень подозрительно. Здесь я ничего сделать не могу. Здесь тоже ничего не происходит. Блин, а как же тут быть? Он хватает. И поменять я это все не могу. Местами не, вообще никак, ребят. Ну-ка. Может быть, что-то должно сработать? Слушай, я, кажется, понял, что нам нужно сделать. Он закрывает глаза. Надеюсь, я прав. Смотри. Погоди. Может быть, я не прав. Короче, мне нужно сделать так, чтобы у него были закрыты глаза. Возможно. Поди еще поймай, называется этот момент. Ловим. Вот прокатит с закрытыми глазами. Ты видишь, он не видит. Прикинь. Надо было просто ему закрыть глаза. И все, ребят. Вот так вот.
Ну что же, хорошо, что хорошо кончается. Мы с тобой проходим дальше. У нас 15-я миссия. А здесь-то что? Оу-оу-оу-оу. Так, здесь я не смогу остановить. Хм. Ну, предположим. Ах, прям на огонь попадем, да? Ты. Стоп. Вот эта вентиляция здесь, ну ведь неспроста же. Да, мы попали прям на самый, так сказать, пар. Да что тебя? А как тогда сделать-то? Сейчас, наверное, надо выпускать. Да ё-моё. Теперь слишком рано. Так, пшикнул, поехали. Ну, допустим. Фух. Успели. Шикарно. Я просто думал, что какой-то здесь подвох будет. Но тут надо было, видишь, все точно, как говорится, сделать. Первые яйца пройдены 15 уровней. Так, дальше у нас что? Давай смотреть. Летучая мышь сверху. Че ей надо? Че ей хочется? Так, я поменять здесь не могу. Ага. Здоровски. Все, я понял. Тут, ребята, эффект такой. Надо ждать, когда она заснет. Да. То есть она спит, смотри. Блин, слишком рано. Надо было, когда, наверное, она вот уже почти закумарила, да? Слушай, она, по-моему, проснется сейчас. Да. Я не успеваю, надо... Короче, смотри. Когда она проснется, мы запускаемся. Вот. Тихо. Заходим. Да ёк-макарёк. Чтоб тебе, блин. Давай спи уже. Давай. Сейчас хоп-хоп, проморгается. Все, запускаем. Надеюсь, должно быть так. Ну, спидвай. Да-да-да. Да в плане ты... Должна же была уснуть, а? Ну ты посмотри на нее. Все. Думаю, что этого будет достаточно. Ну вот же, она заснула, заснула. Да как у вас ты... Она то ли слышит, то ли что, я не могу понять. Я поменять здесь ничего не могу. Сейчас вот ее начинает колбасить. Угу. Подожди, блин. Ах, вот оно что. Я просто, друзья мои, поспешил. Блин. Надо было просто подождать подольше. Да, они хитрецы, на самом деле.
Я откуда знал, что она уснет окончательно? Я думал, она так будет пасти меня. И просчитывал там этот моргание. Ну, ты сам видишь, тут все немножко по-другому оказалось. Она уснула все-таки окончательно и бесповоротно. Так, 17 уровень у нас. Тут-то что? Оу, щит. Так. И верхний я остановить не могу. Зашибись, я должен прятаться, да? За бочками, все, я понял. Ну, где ты там? Ну, сейчас увидит. Увидит хвост, да? Проиграл? Угу. Да. Поджарил задницу. Так, бежим. Он очень быстро как-то, ребята, переходит. Вот здесь надо остановиться. Охо-хо-хо-хо. А как я ему должен успеть-то? Ну, явно, когда он не туда смотрит, а когда он здесь проходит, мы должны будем бежать с тобой. Побежали. Давай. Остановись. Фью. Так, уходи, дракон, уходи, ты нам не нужен. Побежали, сломи голову. Давай, курочка. Так, иди ты. Успели же? Да, успели. Вот так вот. Драконы тут еще будут мне мешать. 18-й этап. Что нас здесь ожидает? Так, обезьянка. Молодцы. А как, подожди, а как же быть? Молодец такой, блин. А, веревка же назад идет, да? Стой ты, господи. Ты понял, в чем прикол? Смотри внимательно. Короче, нам нужно сделать так, чтобы... Слишком поздно, да? Вот. Вот на такой... на такой позиции мы с тобой... Стоп. Я-то думал, что... Ну? А как же мы тогда должны допрыгнуть, если я до этой веревки даже не дотягиваюсь? Скажи-ка мне на милость. Мы не дотянемся до этой веревки? Может быть, что-то с этой обезьяной надо сделать? А с этой обезьяной ничего не сделать не смогу. Передвинуть ничего не получается. Лучше и придумать нельзя. Погоди. А, их нельзя, да? Их нельзя... Как тебе сказать? Их нельзя, чтобы... Так, смотри же, опять же. Веревка у нас с тобой начинает крутиться, ну, раскачиваться меньше. Да. Вот это я, по-моему, встрял. А если мы, например, сделаем с тобой вот так вот? Веревка торчит здесь.
И нам еще нужно успеть с тобой запрыгнуть на нее. Как? Как это сделать? Ну ты смотри. И все. И мы упали. Так, где-то тут подсказки должны быть, я так понял. Что? Первое. Когда веревочка возвращается. Так, она должна схватиться. Так я делаю так, но она не хватается. Она не хватается, в том-то все и дело. Блин, хватается, оказывается. То есть зря подсказку, да, посмотрел? Ладно. В общем, прошли мы с тобой этот этап. Ну и что у нас здесь будет? Мне вот эта собака не нравится. Там кошка. Так, он... Допустим, мы вот так вот сделаем. А, погоди. А ну-ка. Поменять можно? Так, кошка сверху. Ага. Ну тут вообще как-то легко на самом деле оказалось. Он просто застрял, кошка нам в этом случае помогла. Кошка отвлекла псину, и мы с тобой проскочили здесь. 20-я миссия. О-хо-хо-хо-хо. Так, и что тут надо сделать? Ну-ка. Жух. Можно менять, нет? И чего? Какой-то вот тут вот водолаз у нас. Водолаз какой-то там наблюдает, понимаешь? И нифига. Так, погоди, а мне вот в эту... А как вот в эту трубу? Ведь можно же как-то, наверное. Нет? Я тут все сейчас перепробую. Допустим. И ничего не помогает, ребят. Он похищает нашу курицу. Я даже не знаю, что можно было бы сюда сбросить. Такого не должно быть, чтобы этот гаденыш нас все время похищал. Должен быть какой-то вариант. Ну, и в итоге он сейчас нас опять похитит, да? И он почему-то не появляется здесь. И все, и захватил. Блин, так не хочется к этой... К ответу подходить. Ну, то есть, ты понял, да? Посмотреть ответ на эту загадку.
Он не действует вообще. Просто, что бы я тут ни делал, вот он только сейчас реагировать начинает. Может быть, кстати, подожди. А если мы сделаем с тобой, знаешь что? Вот он, она когда заныривает в самый низ. Вот. Ну? Ты понял? Обманули. Мы спрятались с тобой в тот момент, когда у меня курица занырнула. Он подплыл и, как ты понимаешь, не увидел курицы нашей и уплыл обратно. Вот такая вот история. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, на сегодня мы и закончим. Я надеюсь, вам игра понравилась. Если что, пишите об этом в комментарии. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.